Дорогие мои друзья и партнеры, нас ждет очень большой праздник. Это еще один миллениум. Его не было давно, мы все соскучились и подготовили для вас невероятное мероприятие, которое, я обещал, будет одно из самых лучших, будет крупным и будет невероятное признание, которое, если вы настоящий лидер, вы настоящий фридомист, то вы не можете пропустить. Вы первыми заберете те крутые паки, которые мы для вас готовили несколько месяцев. Вы первые увидите то, что какое шоу будет. И у нас будет очень крутой мой друг и гость, и Стивен Сигал. И самый сильнейший с ним сфотографируется, получит автограф. Потом у нас будет закрытая вечеринка «Балагания», которая одна из лучших закрытых клубов в Москве, где очень жесткий фейс-контроль. И я там всех знаю, и, конечно, вы попадете на эту вечеринку. И в целом хорошо проведем время. Так что вот этот миллениум категорически нельзя пропустить. У вас будет много новых продуктов, которые вы получите снова первыми. Узнайте нашу стратегию, наше будущее, то будущее, которое ждет каждого из вас. Желаю всем обязательно приехать, взять своих друзей, гостей, показать им тот фридом-групп новый, который мы создаем. Потому что вы часть этой истории, будем только расти вверх. Всем до свидания, жду на миллениуме. Меня зовут Вера, я партнер компании Coffee Cell. Я еду на день рождения моей любимой компании Freedom International Group. Вот мой билет. Меня зовут Наиля, я партнер Coffee Cell. Я еду на день рождения моей любимой компании Freedom International Group. Меня зовут Разия Ильясова, я партнер компании Coffee Cell. Еду на день рождения моей любимой компании Freedom International Group. Вот мой билет. Меня зовут Людмила, я партнер компании Coffee Cell. Еду на день рождения моей любимой компании Freedom International Group. Вот мой билет. Меня зовут Татьяна, я партнер компании Coffee Cell. Еду на день рождения моей любимой компании Freedom International Group. Меня зовут Елена, я партнер Coffee Cell. Я еду на день рождения моей любимой компании Freedom International Group. Вот мой билет. Дорогие друзья, добрый вечер. Я хочу поговорить про миллениум, так как у вас есть очень крутые паки, которые вы все сейчас начинаете покупать, чтобы попасть на нашу
незабываемым мероприятием на день рождения компании и в Вегасе. И у нас есть наш близкий друг, которого мы очень сильно любим, и вы его тоже все знаете и любите. Это Стивен Сигал, да, который тоже вас всех будет ждать. И он со мной и хочет с вами тоже поздороваться. See you all in Vegas on the 27th. Так что ждем вас всех 27 числа в Вегасе, да, в Крокусе, в Москве. До встречи.